Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж. В последней серии мы собрали себе запчастей на машину, заодно устранили опасную банду, которая хотела приехать сюда и убить, в общем, всех людей или просто сделать с ними что-то нехорошее, допустим, с женщинами. А вон ту, вон девочку я в обиду ни за что не дам. Кстати, пойдемте к ней поговорим, может, она нам что-нибудь скажет. Малолетка. А, вроде нет. Ну ладно. Пойдемте тогда к Хагару. Что нам Дэн скажет? У него есть работенка для нас. Как тебе баги? Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? А, в принципе, да. Бандиты захватили блокпост на въезде в каньон. Хотят отрезать нас от большого города на востоке. А это неприемлемо. Я уверен, нам пригодятся твои навыки в подрывной работе. Подрывной? Делаешь это. Я даже одолжу тебе свою любимую снайперскую винтовку. А, ну тогда говно вопрос. Бандиты из клана Саванов или Саванов построили баррикады в каньоне к югу отсюда, тем самым отрезав нас. Да мы заметили только что, нас в прошлой серии чуть не взорвали. Возьми эту взрывчатку, размести ее рядом с баррикадой. Вот моя снайперская винтовка. Хорошо. Отлично. Вот немного взрывчатки. Размести ее на воротах и беги. Блин, это просто праздник какой-то. Посмотрите, какая она крутая, да? Блин, еще бы мне вот этот арбалет дали. Ну ладно, арбалеты я, в принципе, не очень люблю. Но он, я думаю, бесшумный должен быть. Так, ладно, давайте попробуем, посмотрим, что у нас получится. Машина пока... Ой. Блин. Я застрял. Ну давай, блин, ну давай. Фу, так, что с тобой делать? Слава богу. Блин, к этой машине как не ударишься, постоянно что-то отлетает. Пусть пока стоит тут. Ты можешь мне ее починить, кстати? Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь. Ну, судя по всему, пока чинить ничего не надо. Так, ну и что, нам сюда? Так, а у нее есть какое-нибудь увеличение на прицеле, интересно? Понятно, сначала надо ракетчика снести. Интересно, я попал, нет? Все, теперь он, похоже, упал. А теперь нам нужно... Блин, ты посмотри, он еще живой, что ли? Я же вроде... Отлично. Теперь ты, я думаю, умер. И наверху пулеметчик, судя по всему, тоже, что ли? Вон там, по-моему, кто-то стреляет. И вот тут. А, ну давайте подберемся поближе, теперь можно. Так, это у нас, похоже, очень хорошая нычка будет. Да-да-да. Ой, пардон. Прилег. Не так много патронов, поэтому надо быть осторожным. Да шо ж ты... Не падаешь, а? Так, побежали. Они, похоже, там бесконечно респауниться будут. Будем прятаться в складках местности. Так, нам, скорее всего, вот сюда надо пройти, потому что... А хрен знает, по идее. Живой еще, что ли?
Ладно, вроде уже не живой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, похоже, ничего полезного. Ну ладно. За спрос денег не берут, как говорится. Сейчас я вам покажу, как завалы устраивать. Опс, валим. Валим, валим, валим. А, круто. Блин, это круто. Ах, так. Прям праздник какой-то. Похоже, надо возвращаться за своим багги. Вообще, по идее, я думаю, что можно было тупо прорваться на нем, и никто бы не успел расстрелять даже. Прием на связи. Знаешь, а ты неплохо смотришься. Хочешь посоревноваться в заезде? Тогда возвращайся, если не трусишь. Конец связи. Да можно попробовать разок. Я, конечно, не люблю такие гонки, но разок-то можно. Почему бы и нет? Я тут придумал устроить заезд на время. Хочешь попробовать? Один разок можно. Ничего особенного. Мой обычный маршрут. Вот что. Если ты побьешь мой рекорд, я установлю на твой багги турбонаддув. Это хорошо. Если заблудишься, ориентируйся по карте. Блин, это... Удачи. Это может быть довольно-таки сложно, раз тут не конкретная трасса, а просто маршрут, по которому надо самому прокладывать дорогу. Тебе нужно только доехать до флага и обратно. Смотри на карту. Просто, а? Но помни, прямой путь не обязательно самый легкий. Так, понятно, куда дальше? А, вот у нас круг. У тебя все готово. Если побьешь мое время, установлю тебе турбонаддув. Какая у нас развалюха все-таки. Погнали. Вот ездить, я уверен, на геймпаде точно было бы удобнее. Упс, чуть не врезался. О, это кто бегает такой? Осторожно. Я не... блин. Давай. Не ожидал, что там мутанты будут бегать. Прям Татуин какой-то. Это эти песчаные люди, расстреливающие гонку там. Так, ну мы в принципе все равно. Даже на харде очень легко это сделали. Вообще тут сложности, конечно, игре не хватает. Это пока что единственная проблема, кроме текстур. Двойной поток. Впечатляет. Ты, как говорится, прирожденный гонщик. Вон у нас что появилось. Так, еще есть что сказать? Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, все понятно. Поставь ее в гараж. Пойдем к Дэну. А потом надо будет купить маленько патронов, я думаю. Отлично. Знаешь, благодаря тебе тут стало гораздо безопасней. Мы твои должники. Теперь стало безопасно, и мы с тобой расстанемся. Хотя действительно жаль. Нам бы ты реально пригодился. Такие парни очень ценятся. Будь здоров, спасибо. Но ты слишком выделяешься, и рано или поздно правительство придет за тобой. Хотя... У меня есть еще одна просьба к тебе. Ну давай. Мэр Клейтон, глава города Источник на Востоке. Мне нужно передать ему письмо. Только ты можешь доставить его. Наши припасы на исходе, а мэр обещал помочь. Быстрее, пока бандиты не отрезали нас от города. Ты съездишь? Бери письмо, отправляйся на восток в источник. Все понятно. Только не забывай, что на твоем багги нет оружия. Да, конечно. Ты не подведешь. Не забудь, на твоем багги нет ни одного ствола. Если наткнешься на бандитов, удирай как можно быстрее в город. Там не так опасно.
Но, судя по всему, на них мы нарвемся обязательно. Есть еще что сказать на прощание? Доберись до источника. Иди к мэру Клейтону. Он даст нам припасы. Ладно, и тебе не кашлять. Пока-пока-пока. Все, так, что у нас по патрончикам-то? Может, что купить, может, что продать? Эй, друг, пришел взглянуть на товар? А ты как думаешь? На тебя пришел посмотреть. Так, половина бинокля. Давайте возьмем, попробуем, что ли, купить. Вот этих купим. Так, так. 13, нет, несчастливое число, давайте еще. Вот, 18 уже. Ингредиенты. И патрончики стандартные. Стандартная картечь. Каждый выстрел — вынос мозга. Толстячки. И матрешки. Все три выстрелят одновременно. Давайте вот таких патрончиков попробуем чуть-чуть. Ой, ой-ой-ой, подожди. Покупка. Извиняюсь. Купить, 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 купить. И для автомата еще чуть-чуть патронов. Вот так вот. А на оставшиеся деньги мы купим матрешек. Отлично. Мне нравится иметь с тобой дело. Так, теперь возьмем наш пистолет. Как нам к нему прикрепить этот монокль? И где он вообще находится? Интересно. Возможно, тут адреналиновый приход увеличивает максимальный уровень здоровья на 50 секунд. Мне пока это ни разу не было такого, чтобы была какая-то в этом необходимость. Два бинта у меня есть, замколомка нет. Так, интересно, как же мне, блин, на тебя монокль прикрепить? Улучшение? У меня же есть улучшение. Блин, а? Можно использовать... Ой, 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 пардон, девочка, я тебя чуть не застрелил. Может, он как-то отдельно используется? Даже не знаю. И даже вроде как кнопки под это не вижу. Возможно, на F4 где-нибудь там. Крысопалки, осколочные гранаты, бинты. Да нет. Не вижу. Не вижу, как можно использовать. Так, на пистолет сразу поставим матрешки. Ну-ка, давайте один пальнем. Ух ты, посмотри, да? О! Вот оно что! То есть его не надо никуда прикреплять. Она сама сразу ставится. Ну-ка так. Отлично. Это круто. Так, перезарядим все и в дальний путь дорогу. Погнали, с Богом. Ир, на связи. Помни, на этом багги нет оружия. Доберись до города как можно быстрее. Вон у нас враг. Ой, валим, валим. Психопаты, слезь с моего хвоста. What, what in my butt? Так, давай, давай, давай. Блин, ты посмотри, со всех сторон шарашит. А просторы тут уже, надо сказать, не детские пошли. Фу, вроде бы как мы приехали, да? Вроде бы как. Я надеюсь, эту машину безопасно оставлять. Стой, где стоишь, чужак? Ты по делу? Да, я к мэру. Хочешь увидеть мэра Клейтона? Подожди, я доложу. И стой смирно. Че у тебя за кипасик такой? Алло, сэр. Тут человек к вам пришел. Кажется, от Дэна. Интересно. Пусть заходит сейчас же. Мэр тебя примет. Но есть один момент. У нас в источнике свои правила. И чужаков здесь не любят. Не выпендривайся и помалкивай. Тогда все будет в порядке. Народ здесь адски подозрительный. Они не станут просто так тебе доверять. Мой
тебе совет. Ни во что не влезай. А, ну это будет сложно. Короче, входишь в город и прямо через двор контор мэра. Не промажешь. Спасибо. В источник. Посмотрим. Новая локация. Довольно-таки приятно, надо сказать, выглядит. Графика просто восхитительная. Обалдеть. Хотя, конечно, вот этот отнюдь не круглый, типа шар, из него торчат углы. Ну и что, давайте осваиваться. Ты посмотри, да? Обалденная. Безумный Макс. Прямо-таки. Есть что сказать, Калиб? Если нужны гонки, иди к Джеки Виксу. Он на том конце города, не пропустишь. Ищи большую надувную гориллу. Возможно, попозже. Гараж Мика. Так, где... Новичок. Бар второй шанс. Джекпот закрыт. Это правительство постаралось. Хочешь поиграть? Ищи любителей, которые играют сами по себе. Если нужны деньги, подумай об этих играх. Всегда играх написано. Дурак, готовый рискнуть своим баблом ради того, чтобы забрать. Чипятка. Так, я, по-моему, уже куда-то не туда иду. А где у нас, собственно, мэр? Так, тихо, это что такое? Ха. Прикольно. Напоминает ту игру, в которой играл Чубака с Ханом Соло. Во что ты одет? В четвертом эпизоде Звездных войн. Так, ладно, давайте искать мэра. Что-то тут до хрена мест, куда можно пойти. Я маленько запутался. А, вот, мэр. Мэр же написан. Ты новенький здесь. Странник, а? Ну да, выглядишь ты странно. Офис мэра туда. Ха-ха, круто. Блин, после амнезии у меня уже рефлекс закрывать за собой дверь. Добро пожаловать, друг. Источник — лучший городишко в наших убогих краях. А главное, он достаточно далеко от постов правительства. Или Фоллаутбой, как там его. Тут самый добрый и дружелюбный народ в мире, не то что эти ваши бандиты. Ну, хватит об этом. Говорят, у тебя ко мне послание от Дэна. Давай сюда. Держи. Опять проблемы с бандитами в поселении. Жить там — это большой риск. Смертельный риск. Ну что ж, я достану все, что надо. Но на это уйдет время. Не знаю даже сколько. Дэн тебя уважает, раз доверил такое дело. Что ж, приму это к сведению. Живи в источнике, пока я ищу припасы. Но не в таком виде. Не хочу, чтобы за тобой явились шпионить агенты правительства. Так что смени этот костюм ковчега на что-то поновей. Хорошо. Сходи и найди торговца. Купи одежду. А эту засунь куда-нибудь, чтобы никто в городе ее больше не видел. Слейся с толпой, понял? Понял, понял. Что-то все так правительство боятся. Почему, интересно? Мне надо найти кофера, местного торговца. Рад, что мы друг друга поняли. И возвращайся. Есть один разговор. Но среди прочего, хочу заметить, что несмотря на то, что геймплейная игра кардинально отличается от Fallout, скажем, третьего, но именно по вот этим, по этим моментам атмосфера прям, ну, натурально один в один. Это круто, потому что мне Fallout нравится. Так, где мне найти торговца? Я видел их. Мутанты. 10, нет, 20. Они везде. Они кого-то схватили и разорвали на части. Вот почему я отсюда ни ногой. Ни за что. Блин, да чего круто город сделан. Давно открыто. Люди в таком костюме.
Блин, я что-то палюсь, все про мой костюм говорят, надо быстро переодеться. Внимание, тут у нас что? Это что такое за аппарат? Ладно. Охрана. Так, это что у нас? Курятина. Говядина. Ну ладно, в принципе, неплохо. Ларкин. Это город мэра Клейтона. Он основал его, а потом согнал нас всех сюда чуть ли не пинками. Говорит, чем нас больше, тем безопаснее. И он прав. Здесь ты можешь ничего не бояться. А вот пустошь — другое дело. А ты умен. Блин, прикольная игра. Мне вы можете поиграть как-нибудь, нет? Пузач. Джинни. Я уже давно не видела людей в костюмах из ковчега. Ты сильно рискуешь. Будь осторожен. Попадешься правительству, моргнуть не успеешь. Никто не должен знать, что ты из прошлого. Ты здесь не светись особо. За таких, как ты, обещают большую награду. Тебе повезло. Я ненавижу правительство больше, чем люблю деньги. Блин, надо быстрее что-то делать с костюмом. Где у нас торговец? Возможно, где-то тут. Я его пропустил. Тут у нас был гараж. Ты у нас что? Тут у нас что? Понятно. Джекпот. Блин, ты где? Может, тут? В баре. Спасибо. А правительство говорит, что цены на воду стабильны. Новые технологии? Да, конечно. Тогда с чего растут цены? Правительство вечно врет. Думаю, я тебе слышал, странник. Приятно познакомиться с тобой, парнишка. Я Салли, хозяйка заведения. Здесь всегда можно найти работу. На меня или на кого-то еще. А если поставишь на свою колымагу оружие, вообще будешь незаменим. Это круто. Только скажи мне, где у вас здесь торговец? Не забудь. Поставишь себе на баги оружие, приходи. Ну ладно. Что смотрим? Элизабет. Войти. Какую-то карту. Ну ладно, не будем мешать. Смотри-ка, наш бродяга из ниоткуда. Хочешь попытать счастье в картах? Нет, не хочу. Повард. Чёртовы бандиты убили всю мою семью. Я остался один. Увидишь одного из этих ублюдков, убей. Пока не убили тебя. Бедолага. Но я бы на твоем месте лучше не бухал, а взял бы оружие. Забрал бы как можно больше этих сволочей. Так, ну блин, твою же дивизию. Тут у нас гараж. Не могу найти я магазин. А, вот, вот он, похоже. Как обычно, слона-то я и не приметил. Блин, нет, это не гараж. Да что ж такое. К сожалению... А, вот может... Хозяин, начальник, к сожалению, на таких локациях не пишется, да, он пока занят, на таких локациях не появляется маркер, а мы уже все достаточно оказуались, чтобы заблудиться, суметь в трех соснах. Тут у вас ничего нет? Теодор. Вот что я скажу, странник, ты тут веди себя тихо, не стоит привлекать... Шериф. Блин, а где ж магазин-то, а? Вы, наверное, сидите сейчас и смотрите, и думаете. Блин, Артур, это очевидно же. Но... Не для меня, не для меня. Так, командир. Не хочет.
Ладно, пока выходим отсюда. Шериф Wellspring Country. Или County. Ой, что-то я запутался, ребят. Что-то запутался. Так. Задание. Найти в источнике магазин одежды. Кофер местный торговец. Да где ж ты, кофер? Явно не там. А вот, может тут, я тут еще не был, по-моему. Люди постоянно пропадают, но вряд ли этому. Мы всегда рады новым гонщикам. Спидвей. Это тоже не то. Кофер, может ты кофер? Новенький в городе. У меня есть все, чтоб твоя тачка не скрипела. Да мне не для тачки, мне для себя нужно. Где же магазин? А тут у них неплохие баги, надо сказать. Эй, друг! Ты похож на гонщика, если я хоть что-то смыслю. Хочешь рискнуть на трассе, выиграть пару сертификатов? Поверь, они тебе реально пригодятся. Может, позже. Кон. Блин, я сейчас точно нарвусь в этом костюме. Где же ты? Автозапчасти Расти. Шериф Блэк. Тёзка. Кофер. Где кофер? А, так вот же, блин. Аутфитерс там. Гость из прошлого пришел ко мне. Ну, правильно. Больше-то никому ничего не надо. Ну, давай поговорим о твоем костюме. Ты можешь выгодно сбыть мне его, а я взамен подберу тебе что-нибудь, скажем так, менее заметное. Конечно. У них у всех уникальные характеристики. Какой лучше выбрать, решать тебе. Ты посмотри, житель пустоши, у него прикольные очки, как у Риддика. Хулиган закаленный. Ваша защита от всего, что ранит, увеличена, исключая транспорт. И фабрикатор. Выходите на профессиональный уровень. Улучшает все полезные штуки, которые вы собрали. А в чем прикол-то? Это почему тогда мне это дает? А, скидку это дает, понятно. Давайте вот это возьмем. Мне он чисто внешне нравится. Потом невозможно будет заменить. Ну давайте, давайте. А, броня пустоши. Хороший выбор. Помни, я продаю и покупаю любые товары. Есть эксклюзивные вещи. Так, у меня 14 баксов, а у тебя тут колода для новичков, магазин для дробовика. Это улучшение, похоже, 238 баксов стоит. Стабилизатор для винтовки. Концентратор для винтовки. Так, вот эти две вещи мне нужны, пожалуй. А это что такое? Пулемет правительства. Легкий пулемет. Но это, насколько я вижу, пистолет-пулемет. Это что, легкая броня, улучшение, улучшение. Вот эти вот две штуки надо. Для них 360, даже больше. Короче, почти 400 баксов надо. Так, сейчас мы продаем всякое. Я потому что хочу эти вещи. Так, сколько у нас-то вообще? В принципе, я думаю, если мы продадим всякую вот такую вот фигню, то у нас хватит. Только нужно уникальные вещи не продавать, типа ваульдбоя, там инструменты, емкость с бензином, пивные бутылки, консервы. Мне, к счастью, их не надо кушать. Разнообразные железки, антисептик, основной ингредиент мартини салли. Это что такое, лезвие открыло палки? Тоже продадим. Я, как вы знаете, не очень люблю крафтить вещи. Такой уж я человек. Шестеренки. Ночной цвет.
нанотриты. Так, надпочечник мутанта. Ууу, какая гадость. Маленький аккумулятор. Почти все продали, что могли. Это что у нас такое, монокуляр? Так, по-моему, у меня все равно не хватит. Ну да ладно. Давайте хотя бы сначала одно что-то возьмем. Скажем, вот стабилизатор для винтовки купим. И сколько у меня? 5 баксов не хватает. Да, я что-то сегодня читаю плохо. Давайте еще продадим тогда, пожалуй, вот это. И покупка. Схема турели. Ладно, это интересно, но это я сделаю попозже. Сейчас нам нужны концентраторы для винтовки. Ой, блин. Я не разобрался маленько. С управлением. Так, вот так вот. И купить. Все круто. Приятно иметь с тобой дело. Так, что там у меня? Монокуляр. Хорошо. Ладно. И у нас остался 1 бакс. Это круто. Нам нужно возвращаться к мэру Клейтону, но этим мы займемся, пожалуй, в следующей части. В принципе, все. Игра очень интересная, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.